когда люди из враждующих кланов на сервере объединяются в команду для Тем турнира. временем открываются врата. Просто сейчас одного из команды 146% вынесли на респ моментально, по-моему, если я правильно увидел и ничего не... Гару держит контроль, а Гару уходит на секундную иммунку. Ну, не раздает никакого дамага во время иммун. Опять выпадает контроль от танка, под арму. Остается живой за счет фулба. Тем временем счет уже 9-7. Просто каким-то чудом выживает Гаара, при том, что у него оставалось совсем мизерный процент здоровья. Минус Гаара. Не выживает. Увы, он все-таки умер. И команда... Команда с мира в большинстве. Команда с мира в большинстве, но проходит шикарнейшая чистка, конечно, сейчас. Но, правда, она проходит... Почти ни по кому не проходит, но... Чистка была хорошей. И команда с мира... Криша из... Гудлока систи тухи. Нету. Первый раунд явно за командой с мира. Да, первый раунд за Гудлок. Просто очень красиво начали раунд команда с мира. На самом деле, первый фраг был совершен, по-моему, за рекордное количество времени. Просто один из лучников, я не помню, точнее, там он один, по-моему, вообще. Нет, могу ошибаться. В общем, взанул 3-чи, и первый фраг улетел через секунду после этого. Это самый быстрый фраг, по-моему, на всем турнире. Итак, какой был счет, по-моему, 7-1, что ли, или 6? 7-0. 7-0, да. Я поздравляю команду с мира, они показали, что они могут. Честно, я не ожидал такого. Очень красиво сейчас это было. Все болельщики за Гудлок. Очень сильно радуется. Посмотрим, что будет. Последняя надежда на мира. Да. И как показал... Последняя? Это единственная команда, которая осталась да. в нижней сетке. Да. Да. И сейчас показала... Да, у Орелана осталось две. Что? Посмотрим, что останется таки одна после этого. Да, и показал, что далеко не простая надежда мира на победу. Очень уверенно начали. Просто. Я не ожидал, честно, такого. Да, я помню про табличку, сейчас я поменяю. Даже без напоминаний помню. У меня тоже эмоции, я тоже переживаю, поэтому я периодически забываю менять табличку. Сережа, отпиши мне, если кого-то надо будет забанить. Просто я прослупочил и забыл забанить тех, кого ты мне сказал. Поэтому... Опять да, если помешаю? Призы будут всем, когда мы, ну, все ГМчики немного отойдут от турнира и смогут нормально выдавать призы. Это будет на следующей неделе в рабочее время. Я так полагаю. Ну и явно сегодня и, скорее всего, завтра никаких призов не будет. Имейте чуть-чуть терпения. А, так, я немножко отвлеклась, простите. Нет тебе прощения. Сейчас мне написали. Да, да, да. Это моя фраза. Нужно пока подумать о вопросе, как для викторины. Может быть, кто-то еще что-нибудь. Так, мне тут уточняют, что у меня упал торг. Прошу прощения.
Мне тут уточняют, что было отредактировано сообщение и просят засчитать ей только один приз. Спасибо. Хорошо. Как скажете тогда, один приз уходит. Кто у нас там следующий ответил? Ну, все правильно. Тогда, Сереж, просто не два приза, а один. Сейчас я тебе отпишу. У Тесс билетики архи, если что. Я отписался Сереже, как раздавать призы. Написать в теме. Сейчас, секундочку. Тесты пока еще не заходи. Тут вот Велком просит передать ему привет. Я передаю ему привет. Ну и на всякий случай, Сереж, тебе полностью, полностью тебе сказал все. Поэтому. Я так понимаю, что можно уже заходить, я зайду. Пожалуй. И опять тишина в стриме. Ну это печально. Нет, нет. Все залипают, нет, все болеют за своей командой. Никакой тишины. Я так понимаю, ну, мы болеем, мы можем болеть и комментировать одновременно. Мне интересно, за кого болеет Архи. Да, скандалы, интриги. Архи в молчаливой позиции. Я болею за Гару, только он об этом не должен знать. Мы ему не скажем. И вот сейчас все зрители стрима никогда ему не скажут. Я в них верю. Это тайна. Тем временем меня внезапно приняли в гордый клан разведку. Господи, мои сколько ж тут народу-то. Да вообще. Ох, слушай, что за народу, правда, онлайн много. Онлайн 11.16. Ну слушай, хорошо, онлайн пошли на ГВГ. Ну, в процентном Саше. Да-да, мне кажется, мы затащим. Их там все 102, 103, кто-то даже ГМ. Смотрите, ну, какую пакость пишут в мерчат. Как так вообще? Что такое? Что я не вижу мерча. Альянс, фу. Абсолютно не спалились. Просто никого. Альянс спалил, что Архи болеет за Гару. Ага. И что он просил не говорить. В общем, Альянс, редиска ты, что я могу сказать. Так спалить беднягу Архи. Ну, в принципе... По щам надо врать ему там. Предсказуемо. Интересно, а ГМ нас видит? Нет. Кай. К сожалению, тут не только на арене, вообще в игре такой универсальный инвиз, что нет опции ГМа видеть сквозь все преграды, что временами очень мешает. На самом деле, шаман из команды Мир и Гуру очень хотел меня убить на ЗД, потому что я его забанил на форум. Так что вот так вот, на ЗБТ у игроков есть шанс отомстить модераторам за... Ну, я скажу, далеко не всем модераторам. Ну... В общем, Мио, я сижу у тебя в изголовье и глажу тебя по головке, да. В таком случае я бегаю не только вокруг Мио, но и вокруг тебя. Вот такие дела творятся. Сейчас я тоже к вам прибегу. Все узнается рано или поздно.
Ну вы еще и при сами недовольны, да? Ну, прям вообще прям люди. Это не то, не та кнопка. Увы. Ладно, я так понимаю, что все команды готовы, поэтому сейчас пойдет отсчет времени. Да, видимо, готовы. Мы ждем. Да, пошел отсчет времени. В мир, я вижу, болели. Последний пост был за 146%, больше я пока постов не вижу. Я вижу всего лишь одну строчку из чата, поэтому давайте сильно надо мной не издеваться и посмотрим что-нибудь. Всегда радует надпись, которая появляется при начале отсчета. Зрители, пожалуйста, предъявите билеты. Без билетов мы сюда не попали. Начнем с этого. Чего там предъявить? Ну, главное, предъявить-то нечего, уже билеты отобрали. В принципе, могут, да, прокатить. Мы делаем с вами все, что только в наших силах. Да. Товарищи, коллеги, хватит пугать бедную команду. Нас разрешили. Они уже в паранойе. Чего они напугаются? Как много невидимых чаров. Наконец-то я вижу теперь три строчки из чата. Я себя освободил. Да, за пиар вообще-то деньги платят обычно, но... Потом сочтемся, товарищи. Берем едой. Да. Да, пончиками. Да-да-да. Не тем, которые састры, а тем, которые донатсы. Сутки. Типа... Остается около 30 секунд. И за пиар, я помню... Нет, вот... дельфин у них торчит. Хотели деньги брать, поэтому равен штаб один. Потом мне должны будете, да. Я тут всех пиарю, всем не должны. Да-да-да, правильно. И так попробуйте не вернуть. Так, все, 10 секунд до боя. Я желаю обеим командам удачи. Ворота открываются. Удачи, удачи. Понеслось. Света, музыка. Как-то уже какой раз замечаю, что один из варов, ну или он там один в... 146% выбегает на центр поля и потом стоит в иммунке и секунду точно думает, выбирая таргет. Гару пока еще не почистили, а его пока только контролят. Ну и пытаются постепенно слить. Капитан Гудлак уже птица Попо. Мне кажется, он сейчас умрет. Умер. На человека уже. Варис. Умер человека. 146% пытался кого-то притянуть, но силы духа ему не хватило или не вошел шанс вероятности. Одиночка у нас почищен. И сложно так. Крузер контролит, пытается контролить, не слезает вообще с Гары. Ну и Гара тем временем все еще в фулл баффе. И пока еще живет. Одиночка лег. 7-6. Воины из Гудлаков уже почистили. На Роморосе проходит стан. Драконы. Вот. Да, это эпичные драконы были. И сейчас я вижу. Сейчас придет саранча. Неплохо. Выпал только двух, но все равно. 7-1. И все же 146% проиграли этот бой. И все. Эх. К сожалению. Ну как, к сожалению. Но... Я поздравляю. Победа, good luck. Ну что сказать. Я поздравляю. Победа действительно была хорошая. И без, в принципе, особого такого рандома. Да, молодцы. Good luck. Четко показали свой бой.
Конечно, жаль немного, что Орион дальше не пройдет и скатится в нижнее, но, может быть, они из этой нижней еще выберутся. Я поздравляю, да, поздравляю. Это, в общем-то, более-менее выравнивается количество команд серверов. Вот, видимо, осталось одна с Мира, одна с Ориона. С Астрой, если не ошибаюсь, 2 сейчас или больше. Надо будет проверить, откуда сколько команд. С Астрой осталось еще 2 или 3 команды. 3. Нет, 2, да-да, 2, по-моему, команды осталось с Астрой. В общем, потом. Очень хороший бой был. Я, правда, искренне поздравляю ребят с Мира. И да. Показали, что они... В чате предлагают пригласить в стримгару, и пусть он расскажет, что именно он сделал не так, и Пати сделал не так. Но я боюсь, это не сегодня. Я считаю, сегодня он будет что... рассказывать о своей команде. Очень эмоционально. Поэтому лучше...